Всем привет! Меня зовут Мария Миронеевич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 43 килограмма, и сегодня ответ на один из самых часто задаваемых вопросов, которые вы задаете и в комментариях, и в прямых эфирах. Что делать с водой? Как начать пить воду? И сегодня я поделюсь именно своим личным опытом, потому что, как и все практически люди, у которых есть лишний вес, я воду не особо пила, предпочитала другие сладкие напитки, меня от воды тошнило, вкус мне ее совсем не нравился, в общем, напиток меня этот абсолютно не привлекал. И до того, что вода сейчас является для меня лучшим напитком на земле, прошло определенное, во-первых, время, конечно же, и были напитки, которые мне помогали. И сегодня я вам покажу топ-5 напитков, которые помогли мне при снижении веса. Мой номер один – это компот. Компот, конечно же, без сахара. Конечно же, те члены семьи, которые еще не привыкли к натуральному, замечательному вкусу компота без сахара, могут по желанию добавить сахар в свою чашку. Я компот варю без сахара, конечно, можно использовать и сухофрукты, и свежие ягоды, и фрукты. Сегодня мы будем с вами варить компот из замороженных ягод и яблок. Поэтому сейчас вода у меня закипает, а фрукты и ягоды нужно отправлять уже в кипящую воду. Я сегодня буду использовать вот такие красивые ягодки. Здесь у меня черная смородина, замороженная вишня, замороженная клубничка и свежие яблоки. Вода закипела, отправляем туда наши ягоды и фрукты. Теперь я накрываю крышкой и оставляю на пару минут. Компот готов, больше варить не нужно. Пока варится компот, у нас есть 2 минуты, и я очень быстро расскажу о том, сколько я пью воды и сколько ее вообще нужно пить. Не только для снижения веса, а просто для того, чтобы быть здоровым и себя отлично чувствовать. Итак, Всемирная организация здравоохранения рекомендует выпивать человеку взрослому 30 мл воды на 1 кг веса. Естественно, если у вас нет каких-то ограничений от вашего врача. Поэтому я сейчас вешу 77, округляем 80, выпиваю около 2,5 литров воды. И, конечно, для тех, кто хочет снизить свой вес, очень-очень важно употреблять достаточное количество чистой воды или на начальных этапах, допустим, компот, который уже готов. Вот такой яркий у нас получился с вами компот. Конечно же, я сейчас просто показала минимальное количество. Еще те ягодки, которые оставались после варки компота, для меня служили прекрасным десертом. То есть у нас получается 2 в 1. Вкусный ароматный напиток и замечательные фрукты на десерт. Еще один мой любимый напиток, напиток номер 2, это зеленый чай. Сразу хочу сказать, что зеленый чай в пакетиках я не употребляю, как любые другие напитки. Но я знаю, что многие очень любят чай как с каким-то вкусом, с клубничкой и так далее. Все это очень просто и на самом деле намного дешевле приготовить дома. Поэтому сейчас мы с вами заварим классный зеленый чай с ягодками. Чайник я уже вскипятила. Конечно, нам понадобится зеленый чай. У меня 2 столовых ложки крупнолистового. Вот на такой заварочный чайник объемом 0,6 литра я буду добавлять 2 ложки чая. И вот такой вкусный у нас будет чай с ягодками смородины и вишней. Никакой чай в пакетиках вы больше не захотите приобретать. Конечно же, заваривать чай умеет каждый, поэтому я сейчас отправила ягодки и чай в заварочный чайник, заливаю горячей водой, наливаю в чашку через 5 минут. Еще я уже снимала подробное видео о том, почему нужна вода, как я начала пить ее. Начинала 2 года назад я вот с такой маленькой бутылочки 0,7 литра. Тогда мне это казалось огромным количеством, и я ее еле-еле выпивала за день. Сейчас мой объем вот такой, 1,5 литра, у меня всегда с собой в рюкзаке. Еще хочу сказать, конечно, приучить себя пить стаканами достаточно тяжело. Многие члены сообщества говорили об этом. Поэтому просто ты носишь с собой маленькую бутылочку и периодически по чуть-чуть, по пару-тройку глотков вы выпиваете. Некоторым людям помогает приложение, установленное на телефон, которое напоминает о том, что пора выпить воду. Я так пробовала, мне не подошло, но, естественно, все люди разные. Возможно, для вас этот вариант окажется подходящим. Таких приложений огромное количество. А вот здесь появится ссылка на мое видео о том, что и сколько, как пить при похудении. Наш зеленый чай с ягодками уже заварился. Наливаем его вот в такой бокальчик. Кстати, рекомендую прикупить себе чашки объема побольше для того, чтобы начать пить. И я обожаю зеленый чай с лимоном. Для меня это лучший вариант. Мой напиток номер 3 – это чай крокоде или суданская роза. Его замечательно пить
и в холодном виде, и в горячем. В общем, естественно, так, как вам нравится, также можно туда добавлять и яблоки, и лимон. Все это зависит от вашего вкуса и, конечно, наличия продуктов в холодильнике. Каркаде я буду заваривать во френч-прессе. У меня его 1 столовая ложка на 800 мл объем моего френч-пресса. Отправляем каркаде во френч-пресс и заливаем горячей водой. Оставляем каркаде на 5 минут завариться и будем разливать его по чашкам. Пока заваривается каркаде, расскажу еще про имбирь. Потому что у нас сложилось так, что натуральное равно полезное. На своем личном примере хочу вам сказать, что это не всегда так. Потому что когда я худела на диетах, со всех сторон огромное количество разнообразных и холодных, и горячих напитков с имбирем. Но мне лично он не подошел, так как у меня от него поднялось давление. Я сначала даже не поняла, что произошло. С мужем мы его пили вместе, у мужа все было отлично. У меня было плохое самочувствие и давление поднялось, хотя я этим не страдала. Поэтому обязательно будьте аккуратны с такими ингредиентами. Это очень важно, потому что индивидуальную переносимость никто не отменял. Вот такой красивый рубиновый оттенок получил наш каркаде. Еще хочу сказать, что по вкусу, конечно, вы можете добавить немного меда. Меня это на первых порах очень сильно выручало. Мой номер 4. Я много раз рассказывала о том, что без ума была от сладкой газировки, просто каких-то сладких напитков. И номер 4 меня выручал очень сильно. Итак, мы сейчас с вами приготовим домашний лимонад. За основу мы возьмем обычную минералку. Приготовление лимонада очень простое. Отправляем в стакан замороженную клубнику. Я ее предварительно нарубила кубиком. Вы можете измельчить блендером. Прямо в стаканчик я отправляю дольку лимона и заливаем нашей любимой газированной водичкой. Вот такая красивая, восхитительная шипучка у нас получается. Даем настояться 5-10 минут и очень вкусный лимонад без сахара готов. Обожаю такой лимонад. Этот лимонад принесет вам удовольствие и поможет отказаться от сладкой газировки. Благодаря всем предыдущим 4 напиткам я пришла к тому, что теперь утром я выпиваю стаканчик кофе с молоком и сахаром, а в течение дня я пью лучший напиток. Это чистая вода. Сегодня я с вами поделилась моим личным топ-5 напитков, которые помогают чувствовать себя хорошо, утолять жажду, не получать каких-то лишних калорий, не употреблять много сахара. В общем, все, что нужно. Мы пьем вкусные напитки, чувствуем себя отлично и в итоге приходим к употреблению достаточному чистой, замечательной воды. Я очень рада, что сегодня поделилась с вами своим топ-5 напитков при похудении и искренне надеюсь, что это видео будет для вас полезным и поможет наладить свои отношения с самым лучшим напитком на земле, с чистой водой, потому что я это упускала из виду огромное количество времени, из-за этого не худела, чувствовала себя не очень. Обязательно нужно пить достаточное количество чистой воды, если у вас нет каких-то ограничений по медицинским показаниям. Хочу сказать, что вот здесь появятся еще наши классные новые и очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, пить чистую воду.